Сегодня в Харькове проходит турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа Open Харьков 2019. Это традиционный турнир для этого времени года, уже шестой, первый турнир состоялся в 2013 году, и с каждым годом количество участников, уровень подготовки спортсменов постоянно растет. Со своей стороны мы стараемся, чтобы уровень проведения соревнований также рос. Вчера проходили соревнования по троеборью, классический пауэрлифтинг без наколенников. Стоит отметить высокий результат рыбалка Максима, который в весовой категории до 125 кг преодолел вес в приседаниях 325 кг без использования наколенников. Хочу пригласить всех спортсменов на следующий турнир Федерации пауэрлифтинга Украины «РАВ 100%», который состоится в июне. Международный турнир по подъему штанги на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму лежа. Хочу выразить благодарность фитнес-клубу «Кинг» и его представителям за всяческую помощь, оказанную в процессе проведения соревнований и в процессе его подготовки. Лично хочу отметить Виталия Литвиненко. Благодаря сотрудничеству с Федерацией РАВ 100 пауэрлифтинга и лично знакомства с Петром Тищенко, на предыдущих соревнованиях возникла идея провести соревнования международного уровня здесь, на базе фитнес-центра «Кинг» на Алексеевке. Совместными усилиями все получилось, сделали большой масштаб, много спортсменов приехало. То есть ожидали даже гораздо меньше, но все замечательно получилось. Спасибо администрации «Кинг» за содействие. Я имею непосредственное отношение к данному виду спорта, являюсь мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. На предыдущих соревнованиях получил звание международного класса и занял первое место по подъему на бицепс. Всем желаю новых рекордов, новых достижений не только в спорте, но и в жизни. Сегодняшние соревнования для меня сложились очень-очень позитивно. Заняла первое место в абсолютке и новый рекорд в своей возрастной категории – 72 килограмма. Занимаюсь я давно, около 10 лет, но прогресс как бы пошел только последние полгода благодаря моему тренеру Чанышеву Владиславу. Очень хочу отметить очень хорошую организацию Пети Тищенко этих соревнований, как всегда на высшем уровне. Будем стараться дальше жать килограмм 80 как минимум. И худеть до 48, желательно без потери силовых показателей. Вчера я выступал как бы на соревнованиях РАВ 100%, выступил очень хорошо, мне понравилось. Установил сразу три рекорда Украины. В приседаниях мне покорился вес 315 килограмм. Не скажу, что вес большой, но мой рекорд. Ну и, соответственно, рекорд федерации. В становой тяге мне покорились 330. Становая тяга не мой как бы конек. Я приседаю я лучше, в общем. Но все равно рекорд, я доволен. Ну и в сумме троеборья я обновил свой рекорд федерации 830 килограмм. Хотел бы, конечно же, поблагодарить своего сенсея Гончарова Андрея Александровича. Без него успеха бы не было.